Всем привет! Да, сегодня снова на CS Battle, только сегодня нечто необычное. Если вы обратите внимание на баланс, вы увидите, что здесь всего 40 рублей. Это, короче, я вчера крутил бесплатный кейс, мне там скинчик какой-то упал. Сейчас покажу, что там упало. Вот, короче, вот это вот мне упало, я его продал. И сегодня еще чутка докинул, чтобы можно было открыть 3 сильвера. Хочу сделать просто необычный видос по open кейсам в плане, ну, смотришь, короче, ютуберов, они там слово баланса окупаются, там кто-то там с 20 рублей, кто-то там с 10 рублей там что-то мутит, но я вот решил с 40 такой некий челлендж подхватить и посмотреть, что получится у меня, какая история с кейс батлом произойдет у меня, потому что до этого 3 дня в подряд кейс батл мне как бы более-менее окупал. Ну, один день там как бы такой, знаете, потому что я ему оставил там 20 рублей на чай, там забрал скинчик, да, то есть, ну, а следующие 2 дня он меня, в принципе, окупил, вчера окупил очень хорошо даже. Посмотрим, как сегодня что произойдет. Вот, ребят, для тех, кто не смотрит видосы до конца и вообще не в курсе, кто я такой, да, то есть, меня зовут Виктор, ник PennyPrets, и в это воскресенье у нас будет проходить розыгрыш, вот там вот все вот описания будут под видосом. В общем, читайте, принимайте участие и, конечно же, побеждайте. А я начинаю либо сливаться, либо нет. Открываем сильвер, потому что сильвер, он, в принципе, дает скинчики годные, которые чего-то стоят. Гадюка. Охереть. Смотри, поняли? Давай. Не, мы, конечно же, это все продадим. Ну, это хер его, это точно знаю. Херну стоит, да, то есть еще разок. Айзек тоже окупил, да, то есть еще раз мне не хватает. Так, залетаем, смотрим, что. Было 40, стало 74. Ну, грубо говоря, почти 75 стало, да, то есть мы это все, конечно же, продаем. Так, что мы сейчас сделаем? Блин, мне бы вспомнить вчера, какие давали эти. Кстати, маленечко информации. Мне подписчик попросил открыть времена года. Ты не думай, что я проигнорил, короче, я про тебя забыл, да? Если сейчас я надепаю 2 сотки, то есть я его открываю. То есть я его здесь нашел. Я нашел его здесь. Я сперва думал, что за времена года, где находится. То есть я его нашел и, короче, опять потерял. В общем, где-то он здесь. А, вот он, времена года. Вот. Надепаю сейчас, если 2 сотки, то есть я его открываю. Вот, я помню про тебя, да. Просто сегодня хочется записать окуп слоу баланса, поэтому как-то так, вот так. Поэтому, какая стратегия? Так, если сейчас я открою Амонга, да, то у меня еще на 2 из этих останется. Ну, давай мы тогда... Хер его знает, как на поначалу. Ну, давай с зеленого начнем, похуй. Давай начнем с зеленого. А что у меня? Музон отрубился, да. Это что такое? 15. Ну, это, конечно, говнище полное. Стопы, ребят, у меня что-то отрубился музон. Я как-то хочу под музыку, потому что под музыку приятней. Вот, давай, мы тогда сейчас снова возвращаемся в сильверы. Сильверы. 2 сильвера, в принципе, можно открыть. Посмотрим. Как бы не алё, да, то есть, и, в принципе, ну, как бы, что-то еще есть. Так, тут не алё, так, продаем все. 36, слились до 36, то есть это раз, два, сука, на 3 сильвера не хватает, да. Ну, ничего, не отчаиваемся. То есть для меня это... Видос с таким балансом, это какой бы пробный, тестовый, потому что я, ну, я не писал. Нормально, угу. Так, давай еще раз. Я не писал таких видосов, я не знаю, что и как с ними. Рубль? Серьезно? За 1 рубль, сука, выпал скин.
За 3 рубля, да? Ну, на Among не хватает, значит мы делаем вот так. Продаем, все продаем. Сегодня пока без апгрейдов, без контрактов, потому что, ну, как-то так, ребят, как-то так пока. Давай смотрим, потому что мне самому интересно, что получится. Как бы, что получится. Вот это, я знаю, хорошо стоит. Ну, этот, в принципе, тоже окупил. Это тоже окупил, это тоже хорошо, в принципе. А, ну это херня, да? Да, это херня. Хорошо, разок. Так, что у меня там на полтинник-то будет хоть? 4, нет. Так, у меня на полтос... А, 30... Нет, на полтос не хватает. Продаем. Ах, не хватает на полтос. Так, пока что мы сегодня только одного Амонга открыли, да? Ага. А тут только на 2 открытия, и что-то надо будет продавать. Смотрим, смотрим. Осужденный, 5 рублей. Так, ну давай мы, ладно, пока не будем продавать. Посмотрим, посмотрим, смотрим. Смотрим. Онлайн, в принципе, небольшой, то есть народу мало. Ну, все, походу, это, наверное, уже барабуля, да? А, ну давай мы тебя продадим. Это, походу, уже... Так, он что-то это решил скрипты свои поменять, да? Нет, все, давай. Смотрим, что... Так, что-то он не... Что-то он... Так, мы тебя продаем. Ну, тут пока, кроме как Сильвер, больше на другие кейсы у меня не насыпает, поэтому... Поэтому еще за 5 рублей продаем. Поэтому пока что Сильвер... Ну, конечно, с 40 рублей-то тут... Что тут, выбора немного, да? Что-то пытаемся, конечно, пытаемся. Хер его знает. Карамельный это деш... А, нет. О, на Амонг. Пока намутились. Тут надо шап что-то тоже. Ну, как на Амонг, можно было открыть. Блять, что-то опять не городское. А, ну, хорошо, хорошо. Так, тогда что нам надо, что нам надо? Тогда мы делаем вот так. Все продаем, да? Все продаем. Летим снова в Амонге. Только уже в красный. Зеленый нас, или какой там был, короче, первый тот не оправдал. Посмотрим, что с этим будет, как он себя поведет. Отлично, отлично. Давай в следующий Амонг. Пока что красный топчик. Зеленый, да, оказался говнище, красный топчик. Смотрим, что розовый. А любит ли меня розовый? А любит ли меня розовый Амонг? Похоже, да. Похоже, я рано сказал, что он меня любит. Сука. А, блин, вот тут сейчас, короче, такой вопрос, знаешь, то есть, либо открыть следующий Амонг и как бы там бабла... Ну, давай, а давай откроем следующий, чё мы, блядь? Ну, чё? Ну, видео же... Не писать часовое видео, которое там, блядь, 40 рублей туда. Вот, давай посмотрим. Жёлтый. Пока что красный сегодня топчик. Посмотрим. Ну, это хуйня, да, полная? Ну да, это точно. Так, мы это продаем, летим тогда в сильверы. Красный пока что топчик, красный топчик. Ох, ну, как бы тоже такой, в принципе. Ничёшный адреналинчик такой есть там. Типа там, это хуйня полная, да? Блин, что-то я разматерился. Так, тебя сразу продаем. Еще разок. Смысл тут 2 рубля тут. Ну, похоже, все, ребят, это все, что он хотел, мог мне выдать, он мне выдал, да? То есть он мне выдал. Вот, он мне выдал. Давай, знаешь, что мы сделаем тогда? Попробуем сейчас апгрейд. Апгрейд. Так, что мы? На 50% за... Что-нибудь давай за 15. За 15 рублей, чтобы нам можно было... Так, вот мы тебя выбираем. 33, да? То есть мы докидываем балика. То есть делаем шанс 50%. Ну, типа, как орел и решка, знаешь, то есть две грани, 50%, все. И пробуем. Ой, а что ты так прямо... А, я сегодня какой-то в апгрейды поставил, какой-то второй там тип этого, блядь. Ну, тут зайдет, это хорошо. Будет один си... этот. Тут зайдет, да, отлично. Еще там что-то
Возврат. Давай сюда тогда. Давай смотрим, продаем снова в этот. Просто на данный момент, я должен кейс батлу. Вот, он мне как бы авансом скинов навыдавал, поэтому я ему должен. Так что надеяться на то, что он мне что-то годное там будет, да, рубль. Ну, похоже, это все. Похоже, это ГГ, да? Все. Ну, так, давай посмотрим. Апгрейды можно просто чисто на балике, да, то есть подняться. Нет, тут надо что-то выбрать. По 46 пополнить. Ну, фух, ребят, ну, это все. Это все, потому что, ну, дальше мне уже некуда. Ну, в принципе, видос получился такой довольно интересный. Можно, знаете, при определенном стечении обстоятельств и доле везения, можно, в принципе, и подняться слову баланса, да, то есть, вот, вы это все сами видели. Кейс времена года я открою обязательно, то есть ты не думай, что я там типа тебя кинул, то есть я тебя проигнорировал, то есть кейс времена года я открою обязательно, вот. А сегодняшний видос на этом заканчивается. Ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, и всем пока, и до новых встреч.